Всем привет, ребятки. Ну что ж, давайте сделаем тест Левандовски из команды недели. Погнали. Приколы с Левандовски, да? Ну, попадает он, такое чувство, что лучше Калверта, именно поворотом, с центра поля. Но я бы не сказал, что и Калверт сильно мажет, либо Давид. Какой еще прикол есть у Левандовского, да? Ну, ловкости там, дриблинга якобы не хватает. Но при этом, что Калвертом, что Давидом, при текущих защитниках, надо делать идеальный финт, если вы играете там на миллион фанатов, либо выше. Там, конечно, да, там идеальный финт, либо ловкость нужна, наверное, там и дриблинг, как у Неймара Морозного. Но таких игроков пока что нет, либо вы там раскачаете какого-то до сотни. Тогда будет чуть полегче. Так, делать идеальный финт и все. По-другому не работает. Плюс иногда и этот Лёва делает не идеальный финт и проходит, при том таких защитников, как Фердинанд. Но я связываю это с тем, что я опускался в овса, чтобы выполнить квест кумиров. Ну так получилось, там 4 игрока просто надо было из остального мира. Поэтому хочешь не хочешь, а спустишься. Поэтому здесь пошел на повышение, овер был у меня выше, поэтому некоторые игроки проходились легко, плюс, может быть, не раскачанные были. В любом случае, если будете играть с топами на высоком уровне, здесь ни ловкости, ничего такого не будет. Но мажет он меньше. Плюс, еще какие есть приколы у Левандовского. Ну, второй этаж. Калверт у него полностью его забирает. То есть на угловые идет Калверт, там вторые этажи, так далее подбегает именно Калверт. Ну, это минус, пожалуй. В сравнении с Калвертом, лучше он или хуже? Ну, хуже, потому что Калверт лучше под равну зайдет и можно на него повешать. Левандовский лучше попадает, но опять же, как это значит лучше попадает? То есть, если вдруг вам рандом скажет, что вы попадете во вратаря, как не бейте, все равно вы туда попадете. Неважно, кто там будет, Балок, Левандовский, либо Бэкхэм, вы все равно влупите во вратаря, потому что рандом так работает. Это и бесит в игре. Раньше рандом был там отчасти на финте, на ударе. Были ложные срабатывания. Сейчас еще на пас перешел. То есть, когда eSports рассказывал нам, что будет пас теперь как в жизни, это значит, ну, ждите, рандом будет. Я, кстати, вчера играл в событие какое-то, морозное или какое-то. Там надо было пас отдать и забить. Там стеночки такие стоят, развитие навыков, да. Вот у меня там... Я раз 10 в это событие сыграл, там просто повторки. И получается, раза 3-4 игрок... Я вообще кнопки не трогал, просто пас отдает в какую-то сторону непонятную, убивает мяч в аут. Так и в большой, просто привязан дикий рандом в удары, в пасы, во все что угодно. Плюс еще, смотрите, у Левандовски есть прикол, он отпускает мяч перед ударом. Я думал, это только малыши делают, но нет, большие тоже. Поэтому я считаю, что это механика именно самой игры, когда ты на разбегание даешь, должен сделать шаг и ударить, но ты влетаешь во вратаря. То есть там момент есть, который, ну, никак не забить, разве что пас не отдавать. Лёва, ну, сейчас можно им поиграть, другое дело, что в тоте должно быть две его карточки, обычная и праймовая. Он все-таки игрок вроде как года в этом году. Хоть золотой мяч не давали. Пока.